гимн Кириллу и Мефодию начинает концерт мировой музыки. По залу только русская речь. Год от года в БКЗ так отмечают День славянской письменности и культуры. Русский язык нужно поддерживать, так как он является основополагающим, поэтому и нужно отмечать, так скажем. В нашей стране каждый год он отмечается только 27 лет. А, например, в Болгарии он известен аж с 19 века, отмечается тоже 24 мая и тоже как День славянской культуры и письменности. День памяти Кирилла и Мефодия отмечают в Чехии и Македонии, Болгарии и Молдавии. Всюду, где первая азбука, как и в России, стала основой алфавита. Откуда пришли Кирилл и Мефодий? С Византии. Это передовая империя, где философия, культура, зодчество, язык были на самом высоком уровне. И Россия вот в этот период, да, она взяла из мирового, из запасника лучшее, что было. В Татарстане азбука Кирилла и Мефодия стала основой алфавитов двух государственных языков, а праздник в ее честь традиционным по всей республике. Кроме этого концерта проводятся конференции в различных организациях, потому что эта дата и вообще этот праздник, он чрезвычайно важен. В 33 буквы русского, 30 болгарского и 30 сербского алфавитов азбука эволюционировала сегодня. По статистике, так или иначе, буквы Кирилла и Мефодия в письме используют свыше 300 миллионов человек всего мира. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сандальцев, ТНВ, Казань.